Открытие грандиозного торгово-развлекательного центра «Фиркан-Сити» собрало огромное количество будущих покупателей. С самого утра на площадке перед торговым центром собрались шымкентцы и гости города. Торжества начались с выступлений известных в Шымкенте творческих коллективов и поздравлений в честь праздника. Прибывшие на праздник высокие гости особо отметили социальную направленность события. Открытие «Фиркан-Сити» – это дополнительно 320 рабочих мест для города, во-первых. Второе, дополнительное поступление в бюджет города и, наверное, создание условий. И причем надо отметить, что цены достаточно приемлемые для населения как города и, наверное, населения районов области. И это, наверное, замечательно. Я думаю, мы должны это приветствовать. Фиркан-Сити состоит из трех секторов. Цокольный этаж занимают кинотеатры и детский развлекательный центр. Маленькие горожане уже облюбовали аттракционы, а родители решили проблему семейного отдыха. Мы очень рады, что у нас в городе появляются все больше и больше такие центры. Приходите, здесь очень интересно, очень много новых развлекательных катаний для детей. Здесь супер, здесь классно. Сектор продуктов и товаров повседневного спроса вызвал повышенный интерес покупателей. Руководство «Фиркан-Сити» позиционирует торговый центр как оптово-розничный. Просторные залы, выгодные акции, скидки, широчайший ассортимент – все сделано для удобства покупателей, многие из которых – постоянные клиенты «Фиркана». В добрый путь, и пусть это все процветает во благо наших жителей города нашего Шымкента. Ну, из того, что взяли, все по очень хорошим ценам. Также в «Фиркан-Сити» можно приобрести одежду, обувь и аксессуары бренда «Фиркан», что само по себе говорит о высоком качестве товара. Торгово-развлекательный центр «Фиркан-Сити» будет работать с 9 утра без перерывов и выходных. При центре предусмотрены автопарковки. До самого торгового центра продлен автобусный маршрут номер 112.